Я Бабичев Сергей Леонидович. Основная моя работа — Московский физико-технический институт, физтех. В техносфере я преподаю курс «Алгоритмы структуры данных». Это не основной курс, это подготовительный курс. Его прохождение желательно для того, чтобы получить навыки для прохождения основного курса. Наш курс состоит из 8 лекций и 11 семинаров. По материалам каждой лекции студенты получают домашнее задание. По результатам блоков или, можно сказать, группы лекций пишется рубежный контроль. Рубежный контроль дает максимальный вклад в общую оценку. И я рекомендую поступать на наш курс студентам, начиная с третьего курса, потому что у них как раз уже имеется достаточно математическое образование, и они уже определяются с дальнейшей специализацией. Прохождение нашего курса не будет для вас легкой задачей, но знания и навыки, которые вы тут получите, я думаю, будут полезны для вашей дальнейшей деятельности.